Так, ребят, проявим фантазию. Чего нам бояться? Куда спешить? А, значит, предыдущий путь, который, собственно говоря, продемонстрирован мною. А, видишь, дверь закрыта. Он показал свою полную несостоятельность. Опа, а тут броник. Вот это находка. Вот это уже лучше. И давай вот отсюда будем. Ой, ё. Смотри, как бомбит, а. Смотри. Осторожно. Надо еще понять, откуда он бомбит. Вон он, да? Ну, вряд ли я его, конечно, соструню. Вряд ли. Вон он. Вон она, собака. Че, попал в меня, что ли? Сейчас он еще один выстрел, и все. Он не наводится. Видишь? Он не наводится. Не наводится, я же говорю. Не наводится. Блин, видишь, что творится? Не наводится. Блин, он меня тут видит. Так, давай сменим оружие. Ой, давай тогда... Опаньки. Давно бы уже пора. Потерпи. Так, откуда? Нет, в принципе, этот путь, он неплохой. Давай мы так и двинем еще разок. Через так, вот как мы только что играли. И я думаю, что можно будет рассчитывать на успехи. Ну, камера все-таки прилежно собью. А теперь мы сразу сюда. Здесь мы берем броник. Теперь. Так. Ну и что? Где вертолет? Ну давай, высаживай свой десант. Ну высаживайся, давай. Смотри. Так, аккуратно. Ага. Ты слышишь? Так, аккуратно. Это мы правильно сделали. Вот теперь сюда. Здесь мы, по крайней мере, можем отсидеться. Так, ну этот, я думаю, мы никак не откроем. И давай теперь прицелились. Вдоль стены двигаемся. Так, там еще один. Второй. Ты что, шевелишься? Ты труп или нет? Смотри, блин. Как написал Чандлер, он был мертв и не скрывал этого. Где? Кто тут еще? Есть еще желающие вести переговоры? Блин, а? Смотри, выбил у меня уже бронежилет. Ну ничего. А еще один где? Ага. Ну и хорошо, а что он мне не сигналит? Что он уже все сделал, наш помощник. Давай тогда сюда пойдем. Теперь. Игра подвисла, походу. Может быть, так было делать не положено. Вот здесь должен возникнуть. У меня для тебя кое-что произошло. Да ничего не произошло. Я не понимаю, почему он мне не сообщает ничего. Мой помощник. Я же все так хорошо делал, что ему надо. Так, эти не плывут ничего. Ни катера, ни вертолета. Вообще не понял юмора. Ни слов тебя засекли. Ничего нет. Так, последнего я, видимо, убил. И ничего. Вы видите? И ничего. И никто не плывет. И никто не летит. Хоть стой, хоть падай. Эту камеру... А, ну да, наконец-то. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать... Ну, наконец-то. Ага, вон он. Так.
Так, теперь мы берем севера. Так, подползаем. Подползаем. Его никак, видишь, снайперка не работает. И он сейчас меня убьет. Он сейчас меня убьет. Я не могу даже задержать прицел на нем вообще. Все, третьим выстрелом он в меня попадет. Надо отсюда уматывать. Может быть, тогда можно было его с автомата сострунить, я не знаю. Вообще, нам сейчас чуть-чуть подождать, и нам должны открыть дверь, по идее. Так, это по мне звездануло? Ё-моё. А почему здесь так пылит? Ну, давно бы. Заканчивает он. Давай, заканчивай. Ага. Так. Так, стоп, еще раз. В бок. Блин, сука, а. Я ж почти уже прошел.